Сегодня в гимназии номер один ученый-юрист Алексей Автономов провел юридический диалог со студентами. В ходе встречи была затронута тема модернизации избирательного процесса. У меня лично такое противоречивое к этому отношение, поскольку с одной стороны, конечно, они нацелены на то, чтобы ускорить сам по себе избирательный процесс, сделать его более точным, позволить людям голосовать там, где они находятся. Но, с другой стороны, пока еще остаются сомнения, насколько возможно обеспечить безопасность. В дискуссии приняли участие ведущие ульяновские юристы практики, эксперты в области избирательного права, преподаватели вузов и средних специальных учебных заведений, представители общественных организаций и студенты. Мы пришли послушать известного профессора юридических наук на тему избирательного права. Нам будет полезно узнать о своих правах. Ребята поинтересовались у гостя вопросами цифровизации избирательных участков и дистанционным электронным голосованием. Напомним, эксперимент с цифровыми избирательными участками стартует в Москве 8 сентября 2019 года и, возможно, в скором времени доберется до дальних уголков России. Эти технологии, о которых мы сейчас говорим, дадут возможность нашим избирателям, практически находясь в любом месте, хоть в пределах Российской Федерации, хоть за рубежом, голосовать на любых выборах, которые проводятся, скажем, в субъекте Российской Федерации. Проректор по научно-исследовательской работе и международным отношениям Института международного права и экономики Грибоедова, автор свыше 360 научных трудов, Алексей Автономов по итогам встречи высоко оценил уровень знаний ульяновских студентов по юриспруденции и обещал приехать в Ульяновск с новыми лекциями. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Ул. Правда ТВ.